Всем привет, друзья! С вами я, Зермет. И сегодня мы обсудим тему того, что хэллоуинские скины в Forsaken Air Darkest Delivery будут удалены. Не знаю, как вам, но эти скины мне нравятся. В них что-то есть. Давайте сильно не буду тянуть и просто уже начнем видео. Так в чем же причина, спросите вы меня? А я вам отвечу. Причина то, что разработчик этих скинов сам же и попросил их удалить из игры. А кто же этот разработчик? Это тот самый Мофф. Если кто еще не понял, то это разработчик дев-скина Рози Мейпл. Да, я сам был в небольшом шоке, что он является разработчиком этих скинов, и он попросил их удалить. Ну а вот последнее сообщение об этих скинах, которое он оставил. Я работал над игрой с момента запуска, примерно до ноября прошлого года. Мне нравилось это делать, и это было здорово, но в конце концов уйти было именно так, как должно было быть. Ужасная глупость не была сделана для Forsaken Air. Они предшествуют ему почти на целый год. Они значат для меня гораздо больше, чем кто-либо другой. Они были дополнением ради... Эти дизайны потрясающие. Я хочу, чтобы они были в игре. И кроме того, подарок, труд, любви, добавление их. Я сделал весь код анимацию для всех трех. Из них самостоятельно, потому что я хотел, чтобы они были сделаны так, как мне нужно. После того, как я ушел, я забеспокоился то, что мне было так дорого и близко к моему Бигба. Теперь было там без меня. Чтобы знать, что с ними происходит или что произойдет, это как позволить вашему ребенку пойти в первый день в школе. Ты чертовски нервничаешь и откровенно бесишься все время. Так что я поговорил с разработчиками и после некоторых размышлений принял решение удалить их. Я сказал команде, что я буду более чем счастлив помочь им справиться с последствиями и создать компенсацию вознаграждения за это решение, которым люди будут довольны. Очевидно, не каждый может понять или справиться с чем-то подобным. Опять же, люди и любят их. Они были сделаны с любовью, и любовь, которую они получают в ответ, это все, о чем я когда-либо мог просить. Но это... Им пора вернуться в свои могилы. Может, они где-то еще всплывут, но в другое время. Да, именно по такой идиотской причине разработчик удалил почти самые... лучшие скины в игре. Но нужно понимать, разработчик тоже человек, и мы не можем его осуждать за это. Это его решение. Ну и кстати, друзья, под конец хочу объясниться, почему так долго не было видео. Ну, во-первых, все люди, которые играют в Forsaken Air Darkest Delivery, знают, что у нас уже целый месяц нету обновления. А следующее обновление будет только в конце августа. А другие игры я попросту не хочу снимать. Да и у меня и так было дело, я играл в ДБД. Ну ладно, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Следующее видео, надеюсь, будет скоро. Всем удачи и всем пока.